Привет всем. Настало время покататься. Колесо нормальное. Это надо качать. Это тоже надо качать. И это. Держит только одно колесо. Остальные спускают. Надо будет ремонтировать. Колеса подкачаю и попробую прокатиться на улице. Так.
надо сделать кнопочку выключения, не забыть. Карта, в общем, ездит, газ газует, тормоз тормозит. На цепи, на тормоз сделать защиту какую-то придумать. А так готов к езде. У лифановских заводилок армстартера есть проблема. Веревка замерзает, подклинивает, и иногда не хочет он работать. Есть такой вариант заменить веревку на леску от бензотриммера 3-миллиметровую. Вот я ее купил. 3-миллиметровая леска круглого сечения. Буду ставить. Посмотрим, что получится. Откручиваем 3 болта. Снимаем катушку. Отрезаем ручку. Натягиваем. Здесь тросик вынимаем. И ставим леску. Ставим ручку. Можно немножко сделать покороче. Чтобы ручка не сильно болталась, можно сделать преднатяг. Здесь вот вынимаем. Ставим в паз и делаем один оборот натяжки. Все, ставим обратно. Все, теперь стоит нейлоновый шнурок, пруток, нейлоновый пруток. Посмотрим. Посмотрим, как он будет стоять. В общем, поживем, увидим. Проехал грейдер. Дорога стала поровней. Можно еще покататься.
сделал кронштейны для крепления защиты. Здесь одна планка. И вот здесь. И на них будет крепиться вот такая пластиковая защита. Сейчас я это все дело прикручу. Поставил защиту на цепь и на тормозной диск. Теперь можно прокатиться.
Сидушка для волокуш состоит из вот такой рамки и самого сиденья. Снизу прикручивается на шурупы сиденья через отверстие. Рама сделана из 25 квадрата. Боковые крепления сделаны из трубы. Половинка трубы, один край немножко выпрямлен, подогнан под борт. И в ней просверлено отверстие, которое крепится к борту болтом. Сейчас буду собирать. Сидушка. Вот тут написано перед. Это значит перед. А на рамке где-то буква П должна быть. Вот буква П, значит это перед. Ставится вот так. Теперь берем саморезы. И вкручиваем их. Все, теперь передом ставим вперед. Попадаем в отверстие. И скручиваем болтами. Шайба и гайка. И затягиваем. Ну и с другой стороны также. Все, сидушка готова на волокуше. Сидушка длинная, влезает два человека. Под сидушку влезает много всяких вещей. Спереди. Обычно человек садится. А сзади... В принципе, тоже удобно. Ноги в корыте. Сидеть удобно.